Видео номер два по поводу The Best Way, Саша, чисто для тебя. Сдуваю лодку вот до состояния ниже плинтуса. Теперь надуваю ротом через толстый, неудобный манометр. Потому что открою тайну, если надувать через перегибающуюся более тонкую трубочку, это делать гораздо легче ротом. Это я так махнул, но вот это у тебя двухслойное, пардончики, почти что нормально. Так вот, что там стоит-то? Там почти 0,2. Чуть-чуть не хватает. А вот сейчас вот уже 0,2. И я еще могу качать, если я сюда приставлю маленькую трубочку, тонкую, я накачаю до 0,25. Просто сейчас некогда, мне надо делать ужин. Всем спасибо от The Best-а зендолога.